Таким образом, с 23 часов пятницы до 8 утра субботы без холодного водоснабжения останутся село Верхний Юрт, улицы Пластунская, Кипарисовая, Краснодонская, Труда, Макаренко, Ботаническая, Абрикосовая, переулки Вертолетные, Амбулаторные, Котельные, номер 3, 14 и 30. В завокзальном микрорайоне, это улицы Чебрикова, Трунова, Титова, Невская и Параллельная, возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия холодной воды.